кончится. Bär frid jam flera tider till att vara inne. Jag finner att jag kan bära gulorna. Först tillsammans kan lite så lite galt med sjolven. Придется. Здесь лучше не шуметь. Men och Thank you.
здесь замерзну. План Ворона! Вы пролили много крови! Кто ты, Гест? Представься! Он мне знаком. Встречался с твоим отцом не так давно. Так и есть. Я Гутарм, дядя короля Харальда. И когда нужно, его посланник. Это не земли Харальда. Зачем ему отправлять сюда воинов? Можешь спросить у него. Король? Спасибо, дядя. Ты Сигурд из клана Ворона, верно? Сын мудрого Стюрбьорна. Да. И ты стоишь на его земле, Харальд. Отвоеванный нами в кровавой битве. Вижу и чту вашу доблесть. Я пришел воевать не против вас, а вместе с вами. По просьбе твоего отца. Хитрый волк. Это то, о чем он говорил? Я предлагаю помощь. С моими воинами ваш клан возьмет крепость Кьотви и, наконец, покончит с этой расприей. Добрая весть, Айвар. Преимущество будет на нашей стороне. Мне друг всякий, кто желает увидеть, как падет Кьотви. Спасибо, король Харальд. Твое доверие окупится. Это давняя вражда, король. Мы рады помощи, но вести должен я. Ясно. Для тебя это вопрос чести? Да. Много зим назад Кьотви предал наших отцов. Он нарушил мир и многих убил. Я понимаю. Сигурд возглавит нападение на клан Кьотви. Пусть отдают приказы моим кораблям и людям. Когда одержишь победу, Сигурд, найди меня в Алерикстаде. Отпразднуем ее вместе. У нас будет сбор во Флёрли. У устья фьорда на северо-востоке. Пойдешь с нами? Погоди. Ты поведешь наш дракар, Эйвор. Мы встретимся там и получим голову Кьотви. Брат, я столько лет ждал этого момента. Дай мне нанести Кьотви последний удар. Конечно, Эйвор. Ты заслужил. Эйвор! Нам нужна помощь. Харальд щедро нам помогает. Я бы так не стал. Неясно, что он задумал. Он либо юный глупец, либо просто хочет казаться им. Как бы то ни было, чувствую, эта война скоро закончится.
Внимательная тут стража. Стряслось.
Тише, Сёнин. Thank you.
Так вот. Смотрись вокруг. Thank you.